Добрый день, дорогие друзья. Вот очень много вопросов ко мне приходит по поводу того, как я... Здравствуйте, заходите. Блядь, стеснительные такие. Открыто, ёб! Открыто! Дедушка попросил этот, лопатку свою. Какой дедушка? Тофик Лобанович. Вот она лежит, вот стоит, прям ее берите. Да, принесете две. Конечно. Типа клиенты. Как я выковыриваю вот этот глазок для проверки и диагностики вот таких батарей, которые якобы не обслуживаются? Ну, здесь я уже выковырил, вытащил. Извлек. Значит, эти две батарейки Toyota Land Cruiser 200-ка с дизельным двигателем. И, как видим, черные, привезли с черными глазками, вот такие показатели хреновенькие. И батарейки явно разряжены. Значит, в первую очередь, как только вытащили глазок, меряем уровень. И по одной банке уже можно сориентироваться, стоит засверливать. Ну, здесь уровень нормальный. Так, где-то 2,5, около 3 сантиметров. Я ориентируюсь по перемычке. Вот ее здесь хорошо видно. Перемычка практически прикрыта, но плотность в этой батарее 1,22. То есть батарея у нас разряжена. Вот такая плотность. Но если на камеру не видно плотность, бля, буду не наебу. Вот 1,22 мы видим плотность. Индикатор практически на всех аккумуляторах, он заточен под плотность 1,23 и выше. То есть если плотность ниже 1,23, индикатор поменяет цвет. Но это уже, как говорится, поздняк метаться, потому что батарея уже разряжена. Я бы вот рекомендовал производителям все-таки сделать этот индикатор, чтобы он реагировал чуть-чуть пораньше, допустим, на плотности 1,25, и тогда уже можно было как бы подловить батарею и не давать ей полностью сдуться. Так, здесь у нас вылез без проблем, здесь вот батарейки холодные, поэтому желательно глазок слегка подогреть, и тогда он у нас легче вылезет. Так, вот надо музыку выключить, так она мне, блядь, сбивает с панковыки. Вот так вот. Да, вот слегка подогрели глазочек. Глазок, индикатор, как вам будет удобнее. И тоненькой отверточкой поддеваем. Коцки по-любому останутся, но это все равно лучше для более полного обслуживания и правильного. Сейчас будет немножко пыхтеть, не обращайте внимания. Вот так вот. И теперь надо будет с этой стороны проделать то же самое. И вот так вот двумя отверточками аккуратненько вытаскиваем. Есть продуманные производители, которые, у которых один индикатор, он сделан под отвертку, это сразу видно, его можно просто выкрутить. Вот, как видите, мы пробочку вытащили, пробочку индикатор, положили ее рядом, сразу замеряем уровень. Уровень такой же, как
предыдущей батареи и замеряем плотность. Плотность 1,22. То есть, скорее всего, на крузаке либо не отрепетирована зарядочка, либо где-то он ее просто-напросто высадил. Ну, со слов, приехал не владелец, а приехал, ну, его рабочий, который передал эти аккумуляторы. Машина приехала издалека, ну, то есть последний пробег у нее был более 500 километров, и мы видим отсутствие плотности. Это говорит о том, что какая-то неисправность все-таки есть, ее надо искать. Как правило, на крузаках там все ровно. Ну, с этим надо будет разбираться отдельно. А пока вот займемся батареями, и будем их заряжать. И много вопросов по поводу того, как я определяю полностью заряжена батарея или нет. Вот вам ответ, простейший ответ на ваш вопрос. Хотя бы по одной банке мы сможем определить по поднятию плотности состояние заряда. Как видите, индикатор здесь, гламурный наш ориометр здесь, аккумуляторщик тоже на месте. Ну что, друзья, всем добра, удачи, здоровья. Буду рад, если вам пригодился мой совет. Кто-то едет, да, ко мне? Ага. Кто-то мой совет. Всем добра, удачи, говорю уже, да? Берегите свои батарейки. Всем пока. Друзья, как говорится, раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. И решил дописать этот ролик. Решил удлинить этот ролик и показать, как я все-таки обслуживаю необслуживаемые батареи. Может, кто-то не видел, кто-то не в курсе, кто первый раз залетел на мой канал. Значит, вот на примере вот этих батарей, которые приезжают ко мне не в первый раз, значит, сверлю. Если мы замерили, и у нас маленький уровень хотя бы в одной банке, то есть в средней, после того, как мы вытащим этот индикатор, поплывок, как угодно так и называйте его. И если мы видим, что уровень маловат, нам нужно добавить немножко водички. Значит, рассверливаем дырочки на 8. И после того, как долили водичку, берем вот такие вот пиздончики, которые продаются практически во всех автомагазинах. Они крепят обивку, обшивку или хрен знает что там, в девятках, десятках. Сверлим отверстие на 8, доливаем водичку во все баночки, мерим уровень нормальный. И после этого ставим вот такие заглушки, которые, существование которых подсказал мне мой подписчик Виктор из Троицка. Виктор, привет тебе. Салам пополам из Казахстана. И вот таким образом это все будет выглядеть. Хочу сказать, что выглядит просто охуительно. И ничего отсюда не брызжет, не свистит, не попукивает, не пердит. Все отлично, идеально и прям по-заводскому. Как говорит мой один старый товарищ, по феншую. Вот таким образом. Ну, благодарю вас всех за внимание, за понимание.
Всем добра, удачи, всем пока, берегите свои батарейки, пока-пока.